Каждый день к воротам школы села Озерное приезжают автобусы, чтобы доставить детей в школу, которая находится в селе Степное. А все потому, что маленьким жителям жилмассива Мурас-Урдо не хватает места в школе родного села. Эта проблема была решена путем транспортировки ребят для учебы в другую школу. 170 детей ездят обучать. Это 5, 6, 7, 8, среднее звено. С ними сопровождают классные руководители. В данной школе определенное время им выделено. То есть первая, это вторая смена, полностью обучаются наши дети. Конечно, удобно. Детей сажают, отводят в свое время привозят. Да, каждый ребенок имеет право на образование, а потому мы, взрослые, должны сделать его прежде всего доступным. Хотя бы так, путем перевозки. Таким образом, пусть даже временно, можно решить проблему отсутствия образовательного учреждения в новостройках столицы. У школьников жилмассива Мурас-Урдо появился свой автобус. Теперь они каждый день вот так вот весело с песнями едут в соседнее село, чтобы получить знания. А автобус был выделен по инициативе руководства Первомайского района города Бишкек. Детям нравится ездить в школу на этих автобусах. Удобно и комфортно, говорят сами ребята. Да, конечно, нравится. Здесь так весело, мы поем, так весело, мы бесплатно едем. Юга, скажи, тебе нравится ездить? Да, очень нравится. Девочки и мальчики в автобусе поют песни, весело шутят, рассказывают смешные истории. А некоторые ребята, как этот шестиклассник Нурджигит, по дороге успевают даже повторить домашнее задание. Вот мы и прибыли на место назначения. Ребята торопливо выходят с автобуса и бегут в класс грызть гранит науки. А мы пожелаем им успехов в учебе. Айдана Стамова, Первый общественный канал, студия Замана.